Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Звездные войны. Битвы». Так, не обращайте внимания, что здесь нету звука, потому что, видите ли, она защищена правами авторскими. Поэтому мне пришлось ее выключить. Ну, я думаю, что ничего из этого плохого не получится. Так, давай-ка мы, наверное, пойдем с тобой уже в бой, в конце концов. Нам нужно с тобой ячейки, во-первых, заполнить. Да-да-да-да-да, мы еще с тобой до сих пор на этой планете, Джакку. Угу. Ну что, выиграть два боя нам нужно. Ну давай попробуем начать. Так, наверное, надо чуть-чуть потише сделать звук. Так, за кого мы будем играть? За синих, ой, за красных. Угу. Ну, давай, начнем потихонечку. Так. Давай сделаем вот так, скорее всего. Посмотрим. Так. Продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. Ага. Захотел чего. Давай, Вейдер, вали, вали, вали. Минус. Ух, как хорошо. А если я сделаю вот так? Ну что, остается у него главная база. Как ты видишь, мы ее потихоньку начинаем бомбить. Все, выиграли. Мне даже показалось, что очень быстро, да? База уничтожена. Ну что, одну победу мы с тобой сделали, которая от нас требовалась. И получаем вот такие вот сферы. Ну, плюс, естественно, кубки. Давай-ка мы начнем разблокировку. И предлагаю начать следующий поединок. Слушай, нам еще чуть-чуть, и мы с тобой с этой планеты перейдем на другую. Начать. Уровень сканирования первый у нас. Я не знаю, как этот уровень повысить, но теперь мы играем за синих. То есть за повстанцев, да, получается? Ха-ха-ха. Гунька, все дела. Ну, давай начнем потихонечку. Воу-воу-воу-воу. Смотри, кого он вызвал. Восьмого уровня. У меня, кстати, тоже восьмого уровня. И причем у меня намного круче. Да? На тебе, ошеломление получил. Так, гуньки, вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Все, минус башенка, минус башенка. Предлагаю еще вызвать повстанцев. Оу. Так, погоди, 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 погоди. Ты смотри, что он творит. Ты только полюбуйся. Да не может быть, чтобы мы еще и продули. Хотя, почему не может быть? Все очень даже может быть. Дай-ка я, наверное... Пытается он уничтожить мне башню. Как ты видишь, мы ее взорвали. И мы, пингвинята, бегут дальше. Это кто такой? Что за хмырь, скажи-ка мне на милость, а? На! Ну ему крышка в любом случае. Так, этих мы с тобой вот так уничтожим. Без проблем вообще, без каких-либо. А здесь поставим башню. Поставили башенку, все. Пока на равных, ну типа на равных, да? Если это можно назвать на равных. Расстреливай, 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 быстрее. Вау. Отлично. Да, конечно. Он все пытается мне базу мою уничтожить. Давай, отличненько. Так, что если мы так с тобой сделаем? Четко, конечно, четко. Сделаем так и вот так. Фига, игра заглючила, прикинь. Все, мы выиграли.
У нас все-таки две базы, да, мы уничтожили, как ты видишь, по фишкам. А он всего лишь одно, поэтому победа за нами. Так, мы с тобой получаем еще награды немножко. Вот единственное раздражение, да, ребята, что... Из-за того, что... Как тебе объяснить-то? Идет по беспроводной связи у нас передача, да? Бывает подлагивает. Так, что это мы с тобой тут получаем? Ага. Ад-ад. Редкая карта. Ну что же, нам нужно дальше двигаться. Поехали. Еще один поединок. И за кого мы играем на этот раз? За синих. Ну что же, я готов. В бой. Вот этот вот робот очень, ребят, хорош. Очень прям хорош. Пингвинят их сейчас разбомбим. Уже разбомбили. Roger, Roger. Угу, не тут-то было. Захотел сразу уничтожить меня. Закатай губежки. Давай, 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 повстанцы. Угу. Уничтожили. Жгем, 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 жгем. И есть контакт. Так, твою налево. Ты смотри, кто бежит. Что? Да ладно, блин. Ну, успели, успели мы их разобрать. Сейчас, возможно, эту базу мы с тобой тоже увольнем. Четко. Все, друзья мои, четенько. Так, предлагаю, наверное, сделать следующее. Так, поставили здесь нашу башенку. Естественно, он хочет отстроиться. Да, без музыки, конечно, немножко как бы... О, мы сравняли счет, получается, да? Да, мы сравняли счет. Ну что? Вы сейчас специально это, да, все сделали? Смотри, что творит, а? Гаденыш. Так и пытается уничтожить мне базу. Блин, где я? Давай, давай, ставить, ставить. Да чтоб тебя. Ну куда, куда, куда ты метишь? Все-таки уничтожил, да? Хорошо, мы выставляем нашего топотуна. Ну? Тут, как говорится, кто быстрее уже построит, тот и прав. Мы выиграли. Мы, друзья, выиграли. Ну, такой довольно прикольный был поединок, если честно. Хотел ему смайлик. На тебе. Воу. Какую-то крутую штуку мы с тобой получили. Смотри. Так, что у нас тут? Новинка какая-то. Ага. Разблокировали с тобой новую планету. Называется она Эндор. Так. Выиграть здесь бои. Три поединка нам нужно выиграть. А здесь все получается, да? Больше ничего не надо. Ну что же, я предлагаю сюда пойти. Так, а следующая... Джианозис. Название планеты. Ну что, поехали. Я как понимаю, чем выше уровень, да? И чем круче планета, тем серьезнее будет у нас противник. Кстати, синий у нас по всем параметрам отстает, в отличие от красных, если посмотреть по кубкам. Ох ты! Новая локация. Новая локация. Ну, давай я сделаю вот так вот. Опа, опа, опа. Но... Ту-ту-ту-ту. И что делает? Ну, вот так с тобой сделаем. Так, территория у нас с тобой увеличилась. Сейчас посмотрим, кого он тут будет вызывать.
пойдем. Раз ты джедая вызвал, мы Скайуокера вызываем. Скайуокера и маленьких наших гуник. Твою налево, а. Так, это что еще за хлыщ там бежит? Давай жарим, 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 жарим его. Отлично. А вы серьезно, что ли? Какой-то вшивый второй уровень не можем пройти. Да-да-да-да-да, конечно. Пингвинята! Да, конечно, я думаю, что тебе позволю, что ли? Давай через кусты бросай. Вот так вот. Чтобы знал. Угу. Типа подбил, да? Типа крутой. Все дела. Так, сейчас мы с тобой что-нибудь придумаем. Давай-ка, наверное, вот эту вот пушку влепим. Мои гуньки. Эваки. Слушай, я предлагаю, наверное, сделать следующим. Поставить вот этого. И его, естественно, прикрыть. Давай, 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 родные мои. Ух, жара. Мы снесли ему башню. Да, да, снесли. Погнал. Победа. Как ты видишь, у нас три фишки, а у него всего лишь одна. Поэтому ему ничего не светит. Отлично. Просто прекрасно. Так, ну что, давай двигаться дальше. Блин, ну эта планета, конечно, прикольная выглядит. Отличные новости, командир. Таблицы лидеров теперь разблокированы. Оу, щит. Таблица лидеров. Да, я вижу. Я нахожусь... Оу, я нахожусь на 19 месте. Еще не самый, как говорится, днище. 19 место. Ну и не топчик, согласись. Так, что у нас тут? Новинка, новинка. Можем прокачать? Нет, не можем. А здесь тоже не хватает. Вот это плохо, что не хватает. Так, посмотреть. Кстати, здесь битвы ребята записываются, потому что, ну, можно... Что? Смотреть колоды, бесплатный вход. Бесплатный? Это как понять, бесплатный вход? Оу! Слушай-ка, давай. Это же будет прикольно. Тут битвы за награды. Поиск противника. Выбор стороны. Блин, мне дали синих. Они у меня не особо сильно прокачаны. Ладно, фиг с ним. Ну что, поехали. Уровень карты изменяется, чтобы битва была честной. Оу, кого мне тут дали? Это кто такой? R2-D2. Фига он там. Давай, Йода. Я не знаю. Так, летающие и все, да, этот у нас. А ты смотри, посмотри, какая куча здесь. Мне даже подлагивать стала игра. Туда надо было немножко другую ставить пушку, вот что я тебе скажу. А что R2 у нас делает? И все? Все, что он делает? Ты смотри, 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 вышел этот чувак с топором. Так, его надо что-то как-то с ним разобраться. Давай вот так попробуем. И что это было? Так, друзья мои, к нам идет фигня. Плохая. Конечно, я буду пытаться его уничтожить.
Смотри, смотри, что он делает. А где мои, извини меня, эти? Ни снарядов, ничего нету. Понимаешь, что дело? Он вторую, ребята, вторую башню ставит рядом со мной. Тут времени 42 секунды. Сейчас, по-моему, мне кранты будут. А, так, подожди, у нас тоже 4 уровень. Я думал, что какая-то будет от этого разница. Нет, ребята, никакой разницы от этого нету. Да, ну. Гранатометчик. Нет, это не гранатометчик. Чувак с лазером. Что, сейчас башни меня разнесут? Походу, да? Все. Бабахнули меня тут вообще. Без шансов, понимаешь? Это был бесплатный вход, ребят. И они еще говорят, что здесь на равных, да? Погнали дальше. Что-то я как-то сильно сомневаюсь, что здесь силы были на равных. Ладно, сейчас посмотрим. Так, ну, закра... А, в принципе, если тут уравниваются силы. Ну, фиг его знает. Посмотрим сейчас. Хорош глючить. В бой. Ну, предположим. Так, он вызвал йоду. А, так это фабрика, которая... Все, я понял. Фабрика, которая делает роботов. Вот оно что. F2, D2, да? Ну, я не знаю, как это назвать, друзья. Просто в хлам разнес. Просто в хлам. Так вот. Первая победа за нами. Здесь, получить 100 монет. Это для начала. Так, дальше идет 50 кристаллов. Ну давай, поборемся за 50 этих кристаллов. Битва за Джианозис. Не знаю, мне почему-то кажется, что за красных проще драться. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну-ка, что у нас тут? Уровень карт поменялась, да? А мы себе сделаем вот так вот. Посмотрим, что у нас из этого получится. Нифига себе, там ракетница, будь здоров, шпарит. Смотри. Ну, да подбить, подбили, подбили, молодцы, красавчик. Так, этого мы, опа, опа, опа. Смотри, что он выставил. Сейчас несет, конечно, снесет. Он и здесь хочет снести, и там. Да куда же ты побежал, ТР-2? Блин, он чинит. Он, оказывается, базы чинит. Вот его, так сказать, прямая, блин, не обязанность. Слушай-ка, давай-ка вот эту штуку поставим сюда.
Опять он этого высылает. Только мы с тобой так же сделаем. Ну? Yes, sir. Да ё-моё, ну чё, неужели ничего не получится? Ребят, проиграл из-за какой-то ерунды, блин. А знаешь, почему проиграл? Потому что я вместо того, чтобы ставить себе базы, я решил уничтожить ему базы. Вот это было глупо с моей стороны. Чё же я не подумал-то о том, чтобы свои-то базы влепить. Так, ладно, у нас есть еще с тобой шанс, еще попытка, поэтому погнали. Да, лопухнулся, конечно, по чернаку. Тут уж не поспоришь. Так, хорош лагать, глючить, хорош, я тебе говорю. Глючит она именно, ребят, на мониторе. Еще раз повторяю, не у меня на планшете. Так. Так, а мы за кого играем, ты уже забыл. Yes, sir. А, мы за красных, да? За красных. Все, я понял. Раз мы за красных, значит. Yes, sir. Давай. Боевые дроны. Сюда поставим базу. По роботам. Ну. Давай, давай, чини, чини, чини. Нет, он не справляется со своей основной задачей. Ребята, все. Разнесли мне эту базу мою. Так, боевой дрон. Что ж ты будешь делать, а? Так, у него летуны. Да ты серьезно, что? Что за ватники, блин? Я не понимаю. Что мне дали какую-то фигню, а не команду, а? Роджер, Роджер, вот тебе и Роджер, Роджер, блин. Ну ты посмотри. Без шансов, да, как говорится, на это. Погнали, сделаем так тогда. Три, два, один. Мы даже, по идее, выиграть, да? Или проиграть? Нет, выиграть. Мы же красные, да? Мы красные. Все, ребят, мы выиграли. Пипец. Просто пипец. Так, ну что? Мы получаем с тобой? Получаем. 50 этих кристаллов. А дальше поединки простые, да? Ну... Просто на интерес. Никакой награды, видимо, не будет. Может быть, там дадут тебе денег, подкинут и все. Ладно, давай хотя бы так сыграем. Пускай даже денег дадут. Они тоже тут пригодятся. Красный. Выбор сторон. Упал на красных. Ну что? Элейт 24 против меня. Он сразу вызывает... Ты понял, да? Yes, sir. Давай, 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 жучим. Вот, все. А он уже там артиллерию, смотри, влепил.
Разнесли? Разнесли. Так, ты смотри, у него там башня фигачит. Давай вот так вот сделаю. И вот так. Да куда ты побежал-то, господи, а? Смотри, смотри, он уже очередную базу клепает. Так, хорошо. Давай сделаем таким вот образом. Фига, у него эта ультуха шмаляет. Так, чини давай базу мне. Отлично. Все-таки отнял, а? Ну. Побежали, 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 родные мои. Сейчас, если базу ему накумарим, это будет круто. Слушай, пока ведем. Пока ведем, ребята. Нам продержаться всего лишь 3 секунды. 2, 1, есть. Фу, бой окончен. Прикольно. Так, и что мы с тобой получаем за эту победу? Ровным счетом ничего, друзья мои. Ровным счетом ничего не получили. Так. А здесь, блин, не хватает. Сколько нужно-то? Сколько денег надо? 1000, а у меня всего лишь 950 монет. Получи 25 кристаллов. Еще 15. Еще 25. Используйте штурмы, 3 штуки, выиграйте бои. Опа. Нифига тут у нас наград. Так, 180 монет. Так, штурмовики. Боевые дроны. Турболазер. И огненная башня. Это все, что мы с тобой получили. Так, разблокировать. А сколько вот это вот? 8 часов будет разблокироваться. И, кстати, там одна эпическая карта есть. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы сегодня на этом закончим. Сейчас вот только прокачаю кого-нибудь. Наверное, огненную, да? Качнем. Отлично. Башня усилена. Так, больше у меня карт нет, к сожалению, да? Давай тогда еще вот эту вот прокачаем с тобой. Замечательно. А на этих, даже на этих, на штурмовиков хватает, прикинь. Иш. Ай, красота. Скоро, да, скоро, конечно, ага, хотел сказать, скоро будет 5 уровень. Ну что, ребята, на этом закругляемся, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.